Наше сознание, оно нам как бы все время врет. Ну, оно не специально, оно просто так устроено. Если вы за собственным поведением посмотрите, заснимите его такую на электрокамеру, вот, а потом зафиксируете, скажете, а там было то-то, 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 то-то. Вы этого человека, может, не узнаете даже, понимаете? Потому что ваше сознание, оно имеет дело с другим персонажем. Поэтому факт-карты — это как раз вот инструмент, который позволяет нам прорваться через прокрустово ложи этих наших нарративов, этих вот самообъяснений, оправданий там и так далее, вот, и взглянуть в лицо реальности. Вот. Реальность иногда бывает, конечно, не самая веселая, но что-то делать и менять в своей жизни можно только основываясь на реальности.